Конечно, не хакеры, но уже и не начинающие. Участницы клуба «Активное долголетие», продвинутые пользователи. У каждой за плечами курсы компьютерной грамотности. Поэтому многие вещи они привыкли делать онлайн. Даже голосование последний раз было. Мы через госуслуги голосовали онлайн. То есть я не ходила никуда, и очень удобно. Компьютерной грамотности учились месяц-полтора. Группы были маленькие, до 7 человек. После них многие прошли дополнительное обучение в МФЦ. И теперь с порталом госуслуг на «ты». У нас в течение всего года проводится курс по компьютерной грамотности в Звенигороде и у нас в Одинцово. Плюс наши коллеги выезжают, педагоги прям набирают группы и проводят курсы по поселениям на базе домов культуры, на базе даже образовательных учреждений. В магазин с авоськой экологично, но не современно. Поэтому на очередном мастер-классе продвинутые пользователи из «Активного долголетия» погрузились в тонкости работы популярного маркетплейса. Я немножко боюсь вот всех этих заказов. И всегда детей просила, а хочется самой научиться. И таких мастер-классов будет еще много. Кроме того, в октябре к занятиям приступят новые пользователи курсов компьютерной грамотности. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».